Whenever I wanted to bug my little brother, I hang my coat on his butt. I kick off my shoes. Сегодня мы делаем такие цвета. Создаем. Перемена. А сейчас нам нужно еще заехать и купить колбаску какую-нибудь вкусненькую. Нам захотелось на выходные. На выходные дни. Так, сейчас здесь только лишь поворотик налево. У нас, как всегда, не очень удачный. Но ничего страшного. Мы справимся, я думаю, с этим. Главное не нервничать. Так, время у нас 2:48. И мы едем к магазину Yummy Market. Я в нем ни разу не была. Это второй филиал. Я обычная жена Маккензи возле нас. А это на Дафрине. Дальше. Я даже не знаю, где здесь что и как. Но я думаю, что я не растеряюсь. Я не растеряюсь. Так, все паркуем. Вот он, Yummy Market. Идем за колбаской. Вот колбаска, даже вермишелька. Едем сейчас дальше по делам. Так, все, мы приехали. Сейчас зайдем. Я надеюсь, они еще открыты. Я бы, наверное, тоже хотела работать на такой работе, потому что у них уже закрыто, они закрываются, оказывается, в 3 в пятницу. Ну, тут как бы евреи хозяин, поэтому, конечно, они в пятницу короткий день работают, в субботу, воскресенье не работают. Так что, Иду, нужно будет придумать что-то с очками, потому что у него сломалась дужка, ушко. Ну, надо новую оправу. Пока без очков. Thank you.
Шаки болят, Мы смотрим Family Fun, тогда, Габи? На 20 ТВ. На тебя смотреть? Да. Ты моя девочка любимая. Ноги убери от камеры. Уже сил нету ни у кого, ни на что. Спасибо. Угу. Дай маме поучиться сейчас, Габи. Не нужно играться с маминой книжкой. Спокойной ночи, Даша. Спокойной ночи. Все, все, тихонько. Что, зародилась ли батарейка? Чуть-чуть. Все, все, здесь мама. Дай темочку. Спокойной ночи.